Я считаю, это семинар просто лучший. Потому что большая часть семинара проходит в практических обсуждениях. Больше всего из всего, что я видел, интересных кейсов и проверенных временем, и современных. Тут более структурированные знания, которые я смогу применить. Плюс новые термины, я некоторые не знала. Новые форматы, которые я не знала. И с помощью тренинга я посмотрела, насколько развивается рынок, и тоже как-то это можно применить в своей работе. Семинар на самом деле очень увлекающий. Доступным языком рассказаны сложные вещи. И очень много времени отводится именно разбору ситуаций. И в рамках практических упражнений, и в рамках показа примеров. Это очень важно и редко на самом деле на семинарах. У меня сейчас полная будет картина. Она уже, вот, картинка складывается, как из пазла, знаете. Вот сейчас, последние там несколько часов, я думаю, картина мне будет вся ясна. Сергей дает логическую базу. То есть он вот дает логический, теоретический материал, который как бы помогает тебе работать. Мне еще нравится то, что кроме того, что Сергей говорит, еще дает нам какие-то задания, чтобы закрепить полученный материал. Поэтому я думаю, результаты будут. Я наконец-то начала совершенно четко, конкретно понимать значение таких раньше страшных для меня слов, как там CTR, CPC. То есть они складываются совершенно в четкую структуру. Я думаю, что я совершенно конкретно могу определить не только цель рекламной кампании, но и методы достижения этой цели, и какую-то механику определенную, какие-то пути достижения этой цели. То есть прежде чем приступить к рекламной кампании, ты можешь вспомнить этот материал и понять, ага, я должен делать вот это, вот это, вот это, а эффективность измерять вот так, вот так, вот так, потому что у меня вот такой товар и такой тип рекламы. Сергей, как профессионал, очень много фишек преподносит на этом семинаре, очень много инструментов дает в руки для использования в дальнейшем, и в работе, конечно же, будут применены. Я могу однозначно сказать, что если вы еще на этом семинаре не были, обязательно приходите, а если приходили уже год назад или два, обязательно посетите его вновь, узнаете много нового и полезного для себя. Приходите, будет интересно.